24, 25. Доброе утро. Всю ночь не спал. Всю ночь не спал. Писал дис унизительный. Доброго времени суток вам всем, друзья, вечер в хату, утро в хату, ассалам алейкум, алейкум, ассалам, доброе утро. Что ты думаешь о серийном убийце Зодиаке? Ну, на самом деле, это мой любимый серийный убийца, поскольку так и не был пойман, стал персонажем художественных фильмов. Привет со Львова, Львову, привет. Мамка жда получит по заслугам. Да, я устал молчать. Написал дис на Путина, Оксимирона и на всех, против кого я вообще выступаю в этой системе. Ребят, я устал молчать. Серьезно. Привет с Владивостока, давай концерт у нас. Ребят, ну, я очень хочу приехать во Владивосток, у меня там очень много друзей. Я там, кстати, даже записывался. Привет из Симферополя. Симферополю привет. Лозовую знаешь? Город Лозовая? Конечно, был Лозовой. Башкиры со мной. Башкирам всем привет от меня. Обнимаю, уважаю. В Москве я буду 28 августа. Понятно? Привет из Оренбурга, дружище. Ребят, буду в Москве 28 августа, но вы меня не увидите, поскольку я там выступаю сугубо для узкого круга зрителей. Сколько стоит тебя на гостили потянуть? Как тебе пивоваров? Да блин. Я из Ялты, привет, привет, ребят, вам что там, свет дали? Как вы не только недавно начали в интернете появляться, крымчане? Сколько за гастроли, что за гастроли? Съедаю, высираю, что, сколько за гастроли? Получаю денег, получаю по лицу, сколько, что? Проливаю слез, сколько за гастроли или сколько килограмм сбрасываю. А, сколько стою? По поводу концертов обращайтесь к моему концертному директору. Я вопросы концертов не решаю, поскольку я не самый ответственный человек, поэтому могу как-то неправильно договориться и привести тебя в Воронеж почем? Как оптом в розницу на развес. Еврей-директор, да, директор еврей мой, концертный. А что тут такого? 6 килограмм Миши Крупина в Воронеж. Где хип-хоп дядя? Зодиак был евреем или масоном? Зодиак был армянином, мамой клянусь. Смотрел «Отряд самолетов». Ребят, еще не посмотрел, но, как бы, судя по всему, фильм говно, как бы. Да, грузин. Я сван. Родился в Сванетии. Миша, как к Бэтби относишься? Отлично. Ребята раньше очень круто делали, конечно, когда Михей там был.
Почему не спишь-то? Не будь, не верь критикам, мой хороший кинчик. Я обязательно. Ну вот, нахуя ты спойлеришь тут вообще? Давай, иди сюда, быстро, ты, слышишь, ты, 36-й, быстро сюда подошел. Быстро приехал на Украину, и тут давай решать вопросы. Проснулся тут он. Тебе спать уже пора. Вас там в Пиндосе не научили, во сколько спать надо ложиться у них там? А, в Украину. Я просто я не могу разобраться, как правильно говорить. В Украину или на Украину. Сам заткнись, ты понял? Я тебе серьезно говорю, хватит. Не прикалывайся. Почему недолюбливаешь Бутовского Михея? Ну, потому что он пиздит своих родителей и забирает у них деньги. Во сколько дис? Дис вот написал и не знаю, как его на iTunes продать или что. Ты же тоже пиздишь. Нет. Ты первый начал. Короче, ребята, по поводу от груди, сколько я жму. Каждый день, по несколько раз в день, я отжимаю, делаю жим лежа и подтягиваюсь на турнике. Все. Этого достаточно, чтобы набить хейтерам ебальники. Доброе утро. Чё-то сонный эфир какой-то. Взбодрись. Пора взбодриться, друзья мои. Я пиздун. Я хоть раз когда-нибудь пропяздывался тебе. Мы сколько раз с тобой договаривались. Ты мне вечно фонарил, блин. Выставлял фонари, не приходил. Я тебя просил, Антон, давай, иди сюда. И шо ты? И шо ты? Ребят, этот Антон, это та еще устрица, понимаете? И палец не поднимается его забанить тут к чертям собачьим. Антон Пальчиков, Писюнчиков Антон. Твое мнение, шнур-конъюнктурщик, да, бабангидра, сам ты выдра, понятно? Ты выхухоль. Маленький обосранный выхухоль. Слушай, ты если прикоснешься к моей дрипке, я тебя просто изобью. Мига и мага. Ребята, да, вызываю вас всех на Версус. Вызываю всех баб, если тут бабы есть. Или тут все только из Сибири и Владивостока сейчас, из Соединенных Штатов Америки, Канады. Я так понимаю, что европейская часть моих подписчиков. Что ты там написал, я не увидел. С Байкала. Хорошо на Байкале. Жишка вот такая. Аудиофок флюкс. Это ты пошел прочь из Крыма. Убирайся, оккупант вонючий.
Ты окупай Крым и ляй. Ты аудиофлюкс, агрессор и провокатор. Ребят, забаньте кто-нибудь этого сепара вонючего. Что еще можно курить через вейп, кроме курительной жижки? Ой, обиделся, обиделся. Ты посмотри на него. Давай полей слезки там своим друзьям нетрадиционным. Поплачься им. Скажи, ой, меня тут Миша обидел. Не. На меня постоянно кто-то обижается и жалуется, потом ябедничает. Здорово, вейпер. Здорово. Ябеда, корябеда, правильно все. Привет тебе из Иркутска. Иркутским пацанам всем привет. Сидел там не раз. Привет из Мордовии. Мордовии привет. А Мордовия это от слова Мордор или как? Когда в Иркутск? Сидел в Иркутске за кражу. Магнитолу украл из машины. Судья 7 лет навалил. Прокурор десятку требовал. Ребят, нет ничего страшнее российских тюрем. Линзы носишь, когда в Чадаевке с концертом. Нет, линзы последнее время не ношу и очки последнее время не ношу. У меня в моменте упало зрение, и я носил очки как-то, а сейчас у меня зрение обострилось, обоняние обострилось, слух обострился, все обострилось, Антон обострился даже немножко. Ребят, вейп очень полезен для здоровья. Полезен больным раком, спидом, раком легких. Я вот советую людям. Понимаете, когда вы парите эту штуку, слепые начинают видеть, мертвые встают из могил, смертельно больные излечиваются, проходит проказа, сифилис. Че, Миша, давно лысеешь? Вообще, да, давно, а че? Че такое? У меня тестостерона хуево туча просто, блядь. Рэперы начинают писать стихи, да. Все правильно. Рэперы такие смешные, ребят, честно. Да, я как пророк Моисей. Меня в честь него и назвали. Кто такой Оксимирон? Оксимирон папка мой. Я рэп, да. Привей, привей! Оксюмарон. Папик мой, я Михаил Оксимиронович. Да, пошел против папки. Это проблема отцов и сыновей. Что делать, когда секса нет 4 месяца? Это очень хороший вопрос. Однажды у меня секса не было 5 лет. Ну, как я с этим боролся? Ребят, вот эти руки, мои руки, как говорится, вы как две большие птицы. В садике завалил воспиталку. Ну, вообще, да, все-таки было. Не, правша.
Знаете, что такое секс с незнакомкой, как бы? Сейчас, ребят, подождите, на руку на свою сяду. Левая нежнее. Да, левая самая приятная. Маринка зовут. Марина. Правую по-другому я называю. Ну, что у вас еще? Что вы там вообще утром делаете? Или у вас уже не утро? Есть ностальгия по временам Кингринга? Нет, у меня вообще ностальгии никаких нету. Я не люблю ностальгии. Ностальгия это для каких-то старых, обоссанных стариков каких-нибудь. А так... Ребят, Версус от Джигадов не будет. Будет просто поединок один на один без правил. Вызывают Джигана на бой без правил. Джиган, если ты сейчас меня слышишь, я тебя прямо сейчас вызываю лично, один на один. Культура ФАПа с гелем, салфетку, как в Европе, не понял. Два еврейских гладиатора сойдутся. На самом деле гладиатор, я тут один. Есть травмат у тебя? Ну, есть, а чё? Я, в принципе, поддерживаю самооборону гражданскую. Джиган. Без травмата он бы джиган. Ой, ребята, травмат на самом деле это все говно. У меня есть этот травмат, и ну, я им практически как бы не пользуюсь. Потому что, допустим, ну, летом еще можно его использовать, а зимой, если какой-то пьяный баран там будет что-то там бычить, то этот травмат его только разозлит, и все, он даже не почувствует. Не, можно, конечно, заряжать травмат какой-нибудь своей пулькой, но. Это не очень правильно. Ровный базар решает. Ребят, иногда не решает. Посмотрите на меня. Какой ровный базар со мной? Зимой эффективнее хорошо бегать. Завейпить, конечно. Да не, зимой на самом деле на улице электронку лучше не доставать. Перцовым баллончиком прыскали в ебало. Ну да, вот Антон как-то мне прыснул в ебало. Я хотел его отпиздить. А он такой достает баллончик, прыскает мне в лицо и убегает. США. В США такая же тема, фапать с гелем. Что? Я не успеваю. Какой гель? С Потапом нет. Догнал его потом. Да нет, он сбежал вообще в другую страну от меня. Как у Леона? У Леона нормально. Леон покоряет хип-хоп сцену потихонечку, переворачивает игру. Ну, знаете, как у рэперов все. Все хорошо у Леона. Бабки есть, баба есть. Все нормально. Че у вас еще? Че вы там еблись хоть сегодня ночью? Почему в России не дрочат с гелем и салфетками? Ребят, почему не дрочат с гелем и салфетками? Дайте-ка подумать. Скорее всего, что просто, да, в сухую как-то, ну, такое. Нету культуры секса, понимаете, в странах бывшего Советского Союза. Нету. Секс появился, знаете, когда? Когда видеомагнитофоны появились там в конце 90-х. А во всем мире уже люди еблись, как в порнухе, уже 300 лет.
Ну да. В некоторых регионах как бы люди и не брезгуют животными, как бы. Кто-то кур ебет, кто-то овец, кто-то ослов. Есть же ослоебы, правильно? В центральной части. Кто-то рэп-игру, кто-то с рэпом ебется, да. Да, конечно, в регионах Украины, да. Овец трахают, ослов. В регионах Украины. Да. Конечно. В южных регионах. На каменолом не только ты и Яникс. А с кем ты ебешься? Ребят, ну, у меня несколько жен, и поэтому я, в общем-то, не скован рамками какими-то. То есть с разными женщинами постоянно. Нет, не двух. Ну, около десятка женщин у меня как бы постоянно, которые ты справляешься. Конечно, справляюсь, ребят, вы видели меня вообще. Я бы не справился. Меня называют мистер Ебун. Мама трахер, с которых ты ебешь, пишет. Да, мои бабы мои маленькие, похотливые. Мисти Ебун. Миш, глянешь мой клип, я тебе в твит скину. Премьера сегодня. Конечно, нет. Часто на циферблат смотришь. Ой, блин, аж подавился. Да, очень часто. Это потому, что я белый. Потому что не еврей. Вот примешь иудаизм, пройдешь гиюр, и тогда я сделаю репост твоего клипа, ретвит, репост, везде поставлю лайки. Ловишь покемонов, ребят? Ну, слава богу, что пока в Украине покемоны не вышли, пока что я как бы их не ловлю. Может, когда выйдут покемоны у нас, тогда я начну страдать этой хуйней. Ну, пока что я очень спокойно. Да мне тогда, братан, ну, не нужен, так не нужен, знаешь, как бы тебя никто не заставляет. А в Донецке ловят, конечно, покемонов, их отлавливают там. Вратан. Что за вратан? Это имя такое? Вратан Теркарапетян. Не понимаю, знаете, у меня тут сопротивление 0,09 Ом, то есть получается, как тут это сфокусировать? О, видите, жирные колбаски какие. Это 0,8 нихром, тут получается 5,5 где-то витков. Ну, можно сказать, что 6 витков. И почему-то 0,09 сопротивление ожарит, как ебаная сука. Миша за Плотницкого. Ребят, ну Плотницкий этот ваш умственно отсталый, конечно. Я не знаю, там в ДНР, ЛНР, там есть вообще люди? Ну, вообще есть люди адекватные, конечно, которые в ахуе от этих всех даунов. Но в основном, конечно, там умственная отсталость полная. Следишь за развитием Скруджа. Ребят, вообще в душе не знаю, кто такой Скруджа. Скруджа
Скруджи, еще какой-то чувак, забыл как. Какие-то придумывают себе эти псевдонимы, их всех не запомнишь вообще. Я знаю там Миша Крупин там, да, Гнойный опять же, да, вот рэпер Гнойный, есть Гнилой, есть рэпер Спид, есть рэпер Спидозный, Щелочной, да, Кислотный. Чё, внук умер? Внук умер в натуре. Помнишь, Мэри, она тебе грудь в Твиттере скидывала? Ну, наверняка. Ой, Скут36 присоединился. Привет, Антон! Добро пожаловать на страничку Миши Крупина. У нас тут дружелюбные люди, веселое общение и все такое. Добро пожаловать. Привет, привет, как дела, Антон? Хорошо, нормально. Миша, зачем тебе фото женской груди? Даже вообще не знаю. Кому чайку, друзья? Какой чай? Я вообще чай не пью, я кофе пью. Антон фейковый. Антон, ты фейк, ты понял? Ты фейковый МС. Иди к черту. Кофе пью, знаете, как называется? Сейчас пойду чайничек, кстати, поставлю. Бабы спят. Две бабы спит. Одна вот такая вот маленькая баба. И одна здоровенная такая. Фух. Ребят, сейчас буду кофе готовить. Поставил чайничек, видите? Как происходит процесс подбора рифмы? В смысле? Ребят, я вообще стараюсь рифмами не это, не париться. Рифмуют же эти самые гомосеки. Ты плохой. Напишу на тебя я обидный дис. Какашка, ты писюнчик, ты какашка, Антон, сам заткнись и не хами. Ребят, это был очередной дисс на Антона. Все знают, что лучше не попадаться на моем пути, не переходить на дорогу, потому что вы артист? Нет. Я боевик. А, извинился все-таки, да? Ну ладно, прощаю тебя. Больше давай я перейду твою дорогу. Ребят, не переходите. Что значит шутишь? Я сейчас опять напишу на тебя дис. И не говори такое слово. Это очень неприлично.
Ну зачем ты так говоришь? Хорошо, что я живу на 5-м этаже вообще. Блин, так классно на улице. Сейчас подожду лугандоллар. Сейчас нет, вид с балкона не покажу, потому что я не хочу палить свое местонахождение. Потому что... Понимаете? Так, сейчас буду варить себе кофе. Ты писька-лист. Ребят, хейтеры меня окружили. Хейтеры вокруг меня. Хейтеры будут наказаны. Кофе я пью вот такой вот, опять же. В Москву 28 августа. Ребят, сейчас я вас научу варить кофе. Вернее, покажу, как я его варю. Значит, кипячу воду, засыпаю кофе. Заливаю водичкой. Включаю компот. Обратите внимание, что я делаю все сам, самостоятельно, без помощи баб, без бабской помощи, без бабьей. Одну секундочку. Вот. Значит, смотрим на кофе. Ждем бульбочки. Бульбочки должны быть не крупные бульбочки, а такие меленькие кипящие бульбочки. Сейчас я вас научу быть самостоятельными. А то вечно: мам, сделай кофе, мам, сделай чай, мам, подрочи. Обождите. О, пошла жара, пошла. Ширка, шире говорю. Тебе живет батл-рэпер, да? Видите? Он по краям мелкие пузырьки. Вот они должны быть везде, эти мелкие пузырьки. Сейчас все, смотрите, пенится. Это я туда плюнул, не обращайте внимания. Вот, приподнял чуть-чуть. И все. И вот смотрите, меленькие пузырьки кипящие. Это значит, кофе готов. Все, выключаем. Итак, друзья, я вас научил. Ой, нашел у себя вибратор клиторный. Клиторный вибратор. Хоть и у меня нету клитора, но зато у Антона есть. Два. Получается замечательный американ, прозрачненький. Так, пошли купаться. Так, холодильник мы тут все такое, короче. Самые лучшие вершки селянские, самые лучшие, потому что, во-первых, они сделаны в Украине. Все молочные продукты в миллиард лучше любых, потому что они сделаны в Украине. На Украине.
Вот, ультрапастеризованный, видите, сделано где виробник, адреса потужности виробництва, Вінницька область. Ультраправі. Все правильно. За окном спрятался Антон, подглядывает. Ты где? Я в Адыгее сейчас. О, проснулся маленький. Птенечек мой. Сейчас дождусь, пока ее мамка покормит, и пойду гулять со своей маленькой писькой. Моей маленькой. Крикунчик мой маленький. А потом поеду к сынам в студию. А потом мы поедем за город. Хорошего дня, плодотворного. Да, ребят, потихонечку надо рассасываться, но я с вами заговорился. Плодотворного дня вам. Сейчас я кофе не уронил. Всех обнял, мои писечки маленькие. Мои писюнчики недоразвитые. Люблю вас. Плотно водного. Всех люблю вас. Обнимаю, целую. Молюсь за вас, опять же. В церковь пойду. Целую вас, письки.